Всем здравствуйте и праздника любви. Секунду времени. Ну, ближе. Три сладких-сладких поцелуя. Целуйтесь на здоровье. У вас реальный и красивый век. Ну-ка. Раз, два, три. Храни Господь ваше семейство. Ваши руки. Пускай вам будет благодать от сердца, коль стали золотом обвенчаны сивы. Счастливой дороги. Храни Господь. Но молодоженов я люблю. Люблю. Они ведь есть в начале по жизни. По пятницам, субботам встречаюсь единожды. Желаю счастья. Заходим. Затопили один раз нас, это я по самому этажа. И начала вода прозвучать, я воды. И там телевизор, и там, так подводили. Роман Чорот не взял еще трубачку. Идеально нанимать и поверьте, делать я кто. Это мама наша. Ваша? Да. Моей супруги. Все вот здесь, что сделано, это сделано мною. Вот это, например, бильярдный шар. Здесь, опять же, два лица, мужчина и женщина. Ложат руку, так как она всегда теплая, она всегда под рукой. Уже загадывают желание, и я уже кладу сверху. Здесь скульптура малых форм. При возможности, находя в лесу какие-нибудь коряшки, и из них уже вот наподобие вот танцующий динозавр, например. Кочерышка была, и просто уже форма подсказала, что должно быть. Вы, вот у вас перекладина здесь висит. Я знаю, что она для внуков. А вы да. сами? А вы сами? А, подтянуться же? Да. Не, ну в какой-то степени да. Хотя еще есть немножко, как говорится, не заржавело. Это вот старшовиночек Никита. А доска – это жизнь, на которой расположена твое поле жизни. И каждая фигура, вплоть до пешки, являются абитуриентами твоего сегодняшнего индивидуального характеристики. Каждый день по одной, по две партии, да. Тем более после того, когда вышла реклама Гарри Поттера. И мы задались целью вот эти шахматы собрать. Вот он, этот дед, где практически я самый. Но здесь я хотел сделать действительно такую сутану, все это такое. И только по субботам. Одевать костюм или на день, и на день города, тем более, выходить в масле. Я Сталина рисовал неоднократно портрет, так же, как Никита Сергеевича Хрущева еще в детдоме. И мои родители были репрессированы. Я был незаконно рожденный, чего преследовалось законом. Меня от нее изъяли. После отбывания срока она не захотела меня искать. Не нашла нужным. Я с ней виделся в 67-м году, я с ней разговаривал, и благодаря ее я нашел еще брата. Ну вот он, я маленький. Вот, фото от матери, 49-м год, когда я родился, она мне передала. Сейчас Царство Небесное, их никого нет, ни матери, ни отца, ни брата, то есть ни отчима. Короче, это тяжелый случай, мне нелегко говорить. Здравствуйте. Доброго дня, доброго. Как ничего? Слава Богу, потихоньку, серьезно? Конечно. Праздником. Когда-то вместе с этими ребятами по жизни я выставлялся, продавал. И много я работ здесь не угробил, но на них я жизнь свою стоял. Боже мой! Какие друзья? Сто лет. Моя. Какие? Можно примерить твою шляпу к моей глупой голове? Да, ну зачем? Я же все при макияже. Камера работает, не надо. А, какая камера? Ну тут снимаю, тут идет вариация. Ну. А, ну я. Короче, праздника тебе.
и процветание. Здравствуйте. За спиной у себя слышу иногда какие-то неправильные возгласы или высказывания. Клоун пошел. Я просто из этого делаю свой имидж. Всем здравствуйте. Ну, здесь я выбираю бисер, выбираю какие-то зразы, которые мне интересны. Выбираю подделочный камень. Вот это вот две штуки. Это не надо, да. Я буду делать знак зодиака очередной, или какую-нибудь блямбочку, или, как говорится, знак оберега. Спасибо. Мамка, есть вариация, просто чтобы ты померила. Вот эту вот вариацию. Нет, вот. Не, поверх. Ну-ка, пристань, как у тебя. Встанешь. Да. Это цацками не назовешь. Да, и это, Матерь Божья, конечно, и любовь в любви. Ну, это же надо, что. Да. Это не цацки, конечно, не цацки. Доброе утро. Ну, так, у нас Казимир Казимиров сегодня, 308-й палате, да? Значит, диагноз у него злокачественная опухоль мочевого пузыря. Перенес он 3 операции тяжелых. Пойдемте посмотрим его. Пойдем. Там пришли. Пожалуйста. Проходите. Доброе утро, Казимир Казимирович. Ну, 3 дня не видели с вами. Видите, тут праздники, Рождество. Как вы провели? Уже сам двигаюсь и много передумала, когда с реанимации последний раз пришел с такой шевелюрой, поставил на всем крест, надо перебирать его и свой имидж, и весь побрился, весь постригся, все это отрастет. Дед Морозом я остаюсь внутри. Ну, здравствуй, благодать моя по жизни. Восстало благо без суеты. Прости меня и спасибо за мое выздоровление. Но любая скульптура для меня ты есть, моя мать. А коль до тебя младенца держишь, хвала тебе двойная. В твоем лице прощаю настоящую я мать по жизни. Храни тебя, моя родная, мать, краса моя. Вот этим маршрутом я ходила 4 года, каждый день. Мои родители – актеры, и они не оставили мне выбора, и мне пришлось поступать в Белорусскую академию искусств. Мой дедушка, знаменитый актер, очень желал моего поступления, но, к сожалению, заболел очень сильно и не дождался этого. Времени он не дожил буквально 30 дней. Привет снова. Здравствуй, Валь. Мы не виделись с утра. Чего мне? Я тебе вручаю программу. Экзамен по мастерству. Прекрасно. Волнуешься? Да, уже волнуюсь. Скажешь мне потом, запомни или ручечкой пометь. А я потом всем расскажу. А птички и плюсики? Птички, плюсики, минусики. Ну, удачи вам. Все, спасибо. Удачи. Спасибо. Вам спасибо. Зубы летим.
Мне понравилось все, потому что это мамин курс «Отдай мне листик». Мне нравятся все очень талантливые и подающие надежды, и молодые актеры. Была очень подающая надежда. Ну так я же не из простой семьи. Все было предрешено в твоем случае. Потому что, в смысле, я блатная. Ты блатная. Я не блатная. Ах ты Не устраивает. А интересно, что тебя не устраивает? Ну, что все понятно, что у меня будет дальше. У меня такое ощущение, что ты хочешь сказать, даже твоя судьба была решена вместо тебя кем-то другим. Возможно. Ну, меня же не отправили в какую-нибудь математическую школу. Ну, да. Вы проводили мне тест, что ваш ребенок, на что ваш ребенок больше всего способен? К чему у него есть способности от рождения. Тест не проводился, но... Так получилось. А если бы вы были дровосеками? Значит, ты была дровосеком, Варя. Я была бы дровосеком. Вам бы казалось, что у меня способности... Так как ты женщина, ты была бы начальником дровосеков. Я думаю, что ты можешь потише драться своей дорогой. Ну, я, значит, пойду своей дорогой. Пожалуйста. Спасибо. Да, Валя. Что ты ей сказал? Я горжусь тем, чем я занимаюсь. Ну, наверное, я не могу орать это, как бы кричать о том, что я работаю в театре, я актриса. Мне как-то становится так не по себе, когда меня спрашивают место работы. Не знаю, есть такой момент. У меня полно комплексов, при том, что я готова делать очень много на сцене. И я первую мою любовную роль, я безумно волновалась и очень долго готовилась, и боялась режиссеров. Любовь должна была быть искренней. И самое, что интересное, ты вдруг видишь напротив тебя влюбленные глаза и влюбляешься. Ты понимаешь, что ну вот, мы поиграли и разошлись, и все. А чувство у тебя осталось, которое было только что. Ты идешь домой, оно осталось, а ты не играл ничего, а он играл. И, наверное, я подозреваю, что он считает меня ребенком. Я думаю, что надо как-то доказать, что ли, или показать, что я независимая, что я самостоятельная. Наверное, я хочу проявить эту самостоятельность и пожить одна некоторое время, хотя бы проверить. Здравствуйте, у вас можно фотографию сделать? Можно. Вот, с флешки можно. А можно мне вот так нависать? У меня надпись есть, да, можно, конечно.
Вот эта фотография – это наша единственная совместная фотография из того самого спектакля, где мы играем вместе. Вот я ее хочу как-нибудь обработать, сделать такую в стиле старинной свадебной фотокарточки, сделать такой маленький намек. Спасибо. Конечно, намного лучше, чем в жизни, чем было.